26 января прошла открытая сессия Совета Афипского городского поселения. В ней приняли участие глава Северского района Адам Джерим, его заместители, депутаты и общественность. С докладом о деятельности администрации за 2020 год выступил глава Афипского городского поселения Юрий Коваленко. В планах на 2021 год расселение жильцов из аварийного жилья, благоустройство улиц и регулярное наведение санитарного порядка. Также уделят внимание железнодорожному переезду. Жители поселения могли задать интересующих вопросы. Больше всего людей беспокоило состояние ливневых канализаций, ремонт дорог и тротуаров. Адам Джерим поблагодарил администрацию Афипского городского поселения за хорошую плодотворную работу в 2020 году. И сколько бы денег не иметь, если правильно не выстроена вот стратегия развития, вот, все впустую. Поэтому я что могу сказать? Только еще раз, в очередной раз сказать слова благодарности Юрию Анатольевичу, всем заместителям, депутатскому корпусу, жителям всем. Пожелать только здоровья, удачи. Я уверен, что этот год будет еще более позитивным, более лучшим, стабильным. Депутаты признали работу главы Афипского городского поселения удовлетворительной.